Привет, ребята! С вами канал Владелец Аквариума, я Дима. И 72-литровый аквариум, который уже вот заканчивает, скажем так, свой срок. Он уже отслужил. Все декорации практически я уже... Вернее, декорации. Все камни и большую часть буцефаландр я перенес в 200-литровый. Вот. Сейчас тут остались более такие... требовательные буцефаландры, которым как бы перепад параметров воды немаловажен, и креветки Омана. Хотя параметры воды уже не столь сильно и отличаются, я еще несколько дней подержу эти буцефаландры тут, возьму еще отсюда 30 литров воды при подмене, может больше. Ну вот, волью в 200-литровый, а может даже и 50 литров отсюда возьму воды, посмотрим. Вот, и потом уже буду переносить полностью все. Ну вот. Что по 72-литровичу сейчас? То есть вот вы видите, как он выглядит. Он абсолютно пустой, практически. Ну вот. Из буцефаландр остались два вида Heights, Black Heights, Super Blue Type Round, Super Blue Type 2, три вида Brownie, два мелких вида, я уже не помню, Kalakuayan, вот одна, вот эта вот, вот. Вот, а вот, вот не помню вот этот вид, нужно смотреть, Мхи, вот они, и Монте-Карло. Вот эту полянку Монте-Карло я буду извлекать и буду делать островок на полочке под верхом 200-литровича. Посмотрим, как вообще это будет выживать. Вот. Креветки себя чувствуют тут нормально. Недавно их кормил. Тут и улитки посползались. Вон они едят еще таблетки. В общем, все выглядит вот так. Думаю, как мне отсюда снять мох. Я уже пробовал. В принципе, если попробовать снять, то он будет сниматься. Вот видите. Я аккуратненько все это лезвием буду поддевать и целым пластом сниму. И также закреплю в большом аквариуме сверху чем-то закреплю. Ну и снизу, может, каким-то магнитом посмотрим или чем-то придавлю. Он прирастет. Не хочется утратить такую декорацию интересную. Вот. Удобрения также и продолжаю подавать сюда. Вот. И альгицид продолжаю подавать. Вот. Из освещения здесь остался один светильник, второй перекочевал на 200 литров. Вот. Не знаю, буду еще я делать видео с этим аквариумом, посмотрим. Может, буду как переселение, когда будет, или когда буду снимать мох. А может быть и нет. В общем, по 72-литровичу на сегодня все. Оставляйте ваши комментарии. Ставьте пальцы вверх, кому понравилось. Кому не понравилось, можете ставить пальцы вниз. И всего доброго. До скорых встреч.